Джордж Клуни накануне Дня всех влюбленных рассказал, как он познакомился с будущей женой. Однажды мне позвонил наш общий друг и сказал: «Я буду проезжать неподалеку, можно у тебя остановиться? Только со мной будет друг». После этого мне позвонил мой агент и сообщил: «Я уже видел эту женщину, которая направляется к тебе. Ты на ней женишься». Джордж и Амаль Клуни оставили 8-месячных близнецов с няней и улетели в романтическое путешествие. Правда, через сутки не выдержали и вернулись к детям. Эта парочка не дает вам скучать. Ко дню всех влюбленных Кенсингтонский дворец обнародовал подробности предстоящей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Церемония начнется в 12 дня. После молодожены отправятся на конную прогулку. Дизайнером платья станет англичанин Антонио Берарди. 14 февраля Меган и Гарри проведут в Шотландии, пока Меган продолжает задавать моду на элегантное пальто. Среди знаменитостей развернулась борьба за право посетить королевскую свадьбу. В списке приглашенных наверняка есть семья Бекхэмов. Бруклин Бекхэм перед днем Святого Валентина хотел сделать своей возлюбленной Хлои Морец подарок, набить в честь нее татуировку. А из тату-салона вышел с наколкой «Мама» на плече. Не забудет он теперь маму родную, Викторию Бекхэм. Что вы сказали о моем пристрастии к риску? Что я буду совершать все более опасные вещи? Шерон Стоун сама сделала подарок всем мужчинам на 14 февраля, а себе на грядущее 60-летие снялась в невероятной фотосессии. А 60 Шерон Стоун через месяц тоже будет праздник.